Вы на канале? Планета Алис. Вы на канале Планета Алис. И мы начинаем наши 3 минуты французского с Алис и Жюстин. Bonjour les filles. Bonjour. Сегодня мы узнаем, как по-французски сказать и спросить, сколько тебе лет. Сейчас мы спросим у Алис по-французски, сколько ей лет. Quel âge as-tu? Ага. 3 ans? Так. Quel âge as-tu? Это значит, сколько тебе лет. А как сказать, сколько мне лет? Ну-ка скажи, Алис. J'ai 3 ans. J'ai 3 ans. А теперь мы спросим Жюстин. Алис, спроси у Жюстин, сколько ей лет? Спроси. Quel âge as-tu? 17. Очень хорошо. J'ai 14 ans, это значит мне 14 лет. А теперь мы спросим у Рио, сколько лет Рио? Алис, спроси у Рио, сколько ему лет? Спроси Рио, quel âge as-tu? 2 ans. J'ai 12 ans, это значит мне 2 года. J'ai 2 ans. А теперь Рио спросит у Мини, сколько ей лет. Ну-ка, Мини, tu es quel âge? Tu es quel âge, Мини? Сколько Мини годиков? Скажи, 2. Ду. Очень хорошо. Это 2. Ду это 2. Но это мы проходили на прошлом нашем уроке. Вы можете его пересмотреть. И вы узнаете цифры. Теперь Олаф спросит у Мини. Мини, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Так вот, ребята, запомните. Спросить по-французски, сколько тебе лет, надо так. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? И как ответить? Мне 2 года. Жюстин. J'ai 2 ans. Мне 3 года. J'ai 3 ans. Мне 5 лет. J'ai 5 ans. Алис, quel âge as-tu? Но тебе уже 3. J'ai 3 ans. Показываешь 2. Надо 3 показать. Покажи 3. Вот. J'ai 3 ans. Это 3 года. На этом мы заканчиваем наши 3 минуты французского. Подписывайтесь на канал Планета Алис. Пока-пока. Пока-пока. Au revoir les filles. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.